В столичном парке Ашхабад состоялась церемония награждения победителей творческого конкурса детских рисунков, организованного УЗО «Автомоторс». Победители определяли путем голосования, и 1 июня они получили свои призы. В честь празднования Международного дня защиты детей компанией УЗО «Автомоторс» был объявлен творческий конкурс по возрастным категориям. Это же самые настоящие практичные подарки от нашего УЗО «Авто». Держи, принцесска! «Все лучшее детям». Именно такой девиз был у данного мероприятия. В нем принимали участие юные художники от 5 до 14 лет. На нем детям нужно было нарисовать автомобиль своей мечты. Участниками стали 222 ребенка. Победителю первой группы! Мне папа рассказал и сказал, ну давай поучаствуй, я попробовал. У меня, не думал, что я выиграю, но надежда была. Я нарисовал в образе беркута, который стремится вверх. Ты как, до этого вообще рисовал или это просто хобби твое? Я хожу в 15-ю школу, занимаюсь профессионально и я художник. Отметим, что в голосовании приняло участие более 32 тысяч человек. Победить удалось не каждому, но с подарками ушли абсолютно все участники. Новогодняя песенка, давай, Петюня, вот твой подарок от УЗАТОМОТОС. Он раньше майку на ОБС. 11 мая по всей республике был объявлен отборочный конкурс по трем возрастным категориям. И сегодня в парке Ашхабад проходит церемония награждения не только победителей, но и всех участников конкурса. Мы рады, что наша компания, вручив подарки детям, смогла поднять им настроение и развеселить. Хотим выразить признательность всем организаторам и участникам конкурса.